Citroen C4 2007 года, полная утеря, ключ сгорел. Мы наточили ему новый ключ без чипа. Так, чип сейчас мы будем сюда ставить. Чип идет у него 36 ID46. Так, 36. Берем 36 чип. И вставляем его в ключ. Вот так он вставляется сюда. Ключ можно теперь закрыть. Все, ключ закрыли. Чип готов. Для того, чтобы написать ключ, нам нужен пин. Вот у нас блок ДСИ. И пин, код находится вот в этой микросхеме. 95-128. Микросхему отпаиваем и в программатор. Также подготавливаем площадку для микросхемы. Под пайку. Все, площадочка готова. Как всегда, микросхему чистим как следует, чтобы был контакт. И вставляем в программатор. Теперь мы читаем эту микросхему. 95-128. Микросхема успешно прочитана. Смотрим на ВИН. Это первое, что надо посмотреть. ВИН у нас расположен в обратную сторону. Вот видите. Идем на нижнюю строку. Обычно ПИН где-то в пятых строках. 5А, 5Б, 5С, 5Д. Значит, вот наш ПИН. Вот он. Так как ВИН расположен у нас в обратную сторону, ПИН также будет расположен в обратную сторону. Значит, ПИН этого авто ВИ. KGT, то есть вот эти цифры только наоборот. Берем Tango Key Programmer и проверяем наш чип. Чтобы его прописать, чип должен, естественно, быть чистый. Так, вставляем и нажимаем чтение. Да, чип чистый, не заблокирован и паспорт мода, то есть готов к записи через диагностический разъем. Теперь ставим блок БСМ на машину и будем писать ключи. Выбираем C4 Citroen. Просит ввести пин-код. Пин-код у нас по дампу получился
Вика. ГТ. Набираем. И повторяем пин. Код корректный, то есть мы правильно посчитали. Запрограммировать и напишем один ключ.